Главная, самая главная задача, которая, собственно, создавался кластер, это, естественно, расширение площади виноградников, это привлечение квалифицированных кадров в сферу и вовлечение тех студентов, которые готовят наш профильный вуз уже теперь и соответствующая кафедра. Безусловно, мы видим в этом очень серьезные точки роста для экономики нашего региона. Единственное сегодня высшее учебное заведение, которое готовит именно кадры для этой отрасли. Потому что виноделие, я думаю, что для Ростова, Ростовской области это престижно. И сегодня мы имеем возможность принять новую команду.